еще раз говорю, вот слушать музыку, да, всю подряд, вот это совершенно, я, как говорится, я этого не понимаю, меня это возмущает и так далее и тому подобное. Слушать музыку, когда спрашиваешь кого-то, какую ты музыку слушаешь, а он тебе отвечает, а что звучит, мол, то и слушаю, все слушаю там. Это вот, мне кажется, вот это вот хуже некуда, абсолютно. И вообще, понимаешь, вот именно что все подряд, это меня смущает очень сильно. Она на меня посмотрела, меня это тоже смущало. Она отвернулась, поняла, что ее снимают. И вот это вот все подряд, так называемая выставка текстиля, как это, по-моему, сказал Эйзенштейн, на вопрос, почему он не снимает цветные фильмы. Потому что он говорит, что цвет – это будет выставка текстиля. Я бы хотел разбираться, знать, понимаешь? Я бы хотел оставаться при своих ценностях.